Короче, Миша разбирается с охраной. Мы проникаем в зал. Нужно отвлечь Кошкина. Операция «Надоедливая фанатка». Пока Кошкин раздает автографы, нужно, чтобы кто-то своровал платье. Ткач Семеновна делает то, что не смог Ланской. Потом Кошкин выходит на сцену. Потом появляюсь я. Чего? Я тоже хочу поучаствовать. Ланской занимается не просто модой, это искусство. Охренеть! Коко Шанел! Я поеду в Москву и его тряпкой отмою наши бабки. Здесь вам не Сахалин. Дурдом моды Ланского. А ты кто такой? Я? Миша Сахалина.